Вот мы берем, очищаем ручки вначале. Берем энергию сверху. Ну вот она пришла. Вот я беру не свою энергию, я беру сверху. Либо энергию рода, либо энергию света. Кто чем занимается. Выполняю ручки. Вот, вначале фокусирую их. Это прямая энергия. Направляю на пациента. Я не буду тебя лечить. Не, а если на себя, на себя как-то. Ну, на себя, вот, я вот направляю. Допустим, мы берем на... Сначала беру сверху, вот, да? Сверху. Да, мы просвечиваем. Вначале так, фокусируем энергию. Смотря сколько мне надо энергии там на тот или иной орган. Допустим, мы работаем на сердце. Допустим, ну, чтобы понять его. Вот энергии одной, другой, энергии одной, другой. Фокусируем, чувствуем, сколько нам энергии надо, какая энергия расходится, какая не расходится, ощущаем. Работаем с ощущением. И это все через нас проходит, через нас проходит. Начинаем визуализировать, как сердце стучит, начинаем видеть, как сердце стучит, начинаем, как клапаны. Они начинают закрываться, открываться, закрываться, открываться, закрываться, открываться. Мы смотрим и начинаем представлять идеальное сердце. Мы его видим и начинаем работать с ним визуально. День, два, три, четыре, пять. Сердце отпаяет, у кого там были зажимы, зажимы ножки, зажимы клапанов, там, тахикардия, аритмия. Для этого нужно знать строение органа хорошо, да? У вас суперкомпьютер в голове, 4 терафлопса. Все компьютеры на Земле создают только 2 терафлопса. У каждого в голове 4 терафлопса. Информация, мы за секунду, мы сверхкомпьютер, у нас вся эта информация есть. Вы просто-напросто фокусируетесь на этом органе, у вас на компьютере включается биология вашего органа при рождении. Все, вы просто-напросто работаете. Ну, ваш он там деформировался сам. Так где, говорите, надо представить его, как я представил себе, не знаю, как визуализировать, как он выглядит. Ну, например, почка. Поверьте, если вы будете фокусироваться на нем, вы увидите его. Даже если вы его никогда не видели, он у вас есть внутренняя память. Прорабатываем? Зачем можно сделать? Ну, у него травма. У нее травма. Травма, и это как бы пошла дальше. Из-за этого у нее энергия. Поэтому нужно балансировать, нужно энергию восстанавливать. Таким образом происходит процесс естественного восстановления, происходит процесс, ну, природной мутации, когда мы восстанавливаем энергетическое тело. Появляются, вырастают органы, все это возможно. У нас хватает энергетического потенциала. Просто из-за блока, из-за нашей регенерации мы не можем позволить себе. Ну, руку тяжело вырастить, которая ампутирована, но внутренние органы можно. Энергетические системы оно прорабатывает. Можно сейчас я проработать? Я не лекарь, еще раз. Если бы я был лекарем, тогда бы другой вопрос. Благодаря этому, ну опять же говорю, бледненькое у нас. Тепло, циркуляция не идет полностью. По конечностям точно так же. Ну, потому что это система. Плюс еще общаться с родом. Ну, это вообще со мной большая проблема. Орнамент.